А что, если попробовать Лизу в саппорты? Не в рейтинге, конечно, а побегать в Викосе каком-нибудь? Почему я вообще захотел ее попробовать? Как по мне, у нее есть некоторые способности, которые могут помочь на линии. У нее есть стан, который реализовывать не так легко, как Морган какой-нибудь имеет скейл и в увеличении длительности обездвиживания и перезарядки, что как раз кстати. В форме паука на кушке есть укус, который может позволить сократить дистанцию. На вешке она может ускорять атаки как себя, так и своих паучков, что может помочь при пуше или сплит. Пуша. А на вешке в той же форме есть удобный скилл, чтобы инициировать или уклоняться от каких-нибудь неприятных вещей. По сборке я пытался делать Ширельку первым айтемом, который дает нам как силу умений немного, так и ускорение тиммейтов, если в команде много ближников, ну и ускорение перезарядки на мифическом свойстве, чтобы чаще закидывать станы. Насчет рун взял максимум ускорения умений, сколько смог, и снос для того, чтобы сильнее пушить при возможности. Дальше покажу, как, собственно, и играть и получилось. Я прям все кнопки нажали. Ну ты нормально. Три ульты из реаля. И еще ульта люкс. Ты хочешь, его можно убить? Давай, я что-то останусь. Я его съел. Как же мало дэмэджа у них остается. Господи, урона. Выжмало хп. О, Джин добивает двоих даже с ульты Зерата. Господи, как же хорошо, как же замечательно. Пусть. Поймали? Ну, двоих. Хорошо. Дальше. Хорошо, они даже сдались. Добивать. Найс. Добил АДК, это замечательно. Хорош, Кайса добивает еще мастера И, лесник погибает. Очень больно правому достается от башни. Должен погибать от Кайсы, даблкил. Че за прикол? Немного станом не затягиваюсь. Ну вот, оверолл, хорошо. Хорошо получилось. Ой, добивает Люксу. Джинкс со своего ультимейта разогналась. Хорошо, молодец. Поймал меня. Хорошо, добивает Джинкса еще одного врага. Даблкил оформляет для себя. Сейчас. Я застанил. Лиза делает кусь. Убивает сета все-таки. Как же он живет, пиздец. Юмиси валила. И убивает сета. Не, мужики, не, никаких. Понял, блять.
пиздец. О, Юми-то убили! Юми-то убили, Юмичка моя! Игнайт о нем повешен. Должен Катерин доставать до Изреаля. Он через качок должен убивать. Он убивает нашего АДК. Еще приходит следующий. Поскакали. Можно бэкнуться. Надо бэкнуться обратно в форму. Сдать стан. Подзамедло. Не знаю, действительно не хватит. Дэмэджа, наверное, отталкивает он поглубже от башни. Но дэмэджа у нас не хватает, чтобы добить. Подлетает Кайсак. Застаненному Эзреалю. Не хватает немного урона. Подходит Насу. Сверху убивает Эзреаля. Это хорошо. Стан в него попадает. Он сдает ульту. Надо отойти, отойти от него. Иначе будет очень больно. Даем Игнайт на Наутилуса. Наутилуса отталкивает. Ой, мне пизда. Да, меня кусает 360 урона. Убиваем одного. Станет. Игнайт накидывает. Убиваем еще и Самиру. Отлично. Сука. Даблкил под башней. Да-да-да. Должен убивать Когмау Самиру. Отлично, я развлек внимание, распитились. Поймал, хорош, я. Скачок сдает. Надо подождать немножко кулдауна. Листар встан. Я кот застанил. Я убил врага. Ух. Фокусим, фокусим эко. Эко умер. Ну, а сидим дальше. Танкую за Самиру. Самиру танкую, то есть. Ищ. Попадаю, попадаю, попадаю. И за медло проходит дальше. Можно убивать. По Люсану идет. Опа, стан. Игнайт. Маргану. Цепляем. Выхиливаюсь на крополях совсем. Уф, хорошо. Нормально. Вот это рассказ. Вот это хороший рассказ, как я должен инициировать или пытаться что-то инициировать. Вот так я должен играть. Сейчас неплохо было. Ловил, но скачок залетел, скачок зря сдал. Ой, хорош! Ширелька 5 секунд, я побегу за ребятами и бустану их. Давай, 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 давай. И чё, готов ускорили? Замечательно. Отлично, догоняем Насуса. Убиваем. Найс. Еще стан! Гвен, дорезает! Честно говоря, играть на ней не так легко. Но мне почему-то симпатично. Кажется, что я просто не доигрываю, и если потеть на полную, можно и клёво отпушивать, и постоянно кого-то цеплять. Не знаю, в общем. Если вам любопытны такие ролики, то пишите об этом в комментах. Если хотите написать, что это глупо играть Элизой в саппортах, вы тоже об этом можете написать. Или предложить какой-нибудь нормальный билд, я его для себя сохраню. И если буду еще раз когда-нибудь пытаться играть на Элизе в саппорты, буду использовать его.